Они верные, надежные и честные, уверенные в себе, амбициозные, любят риск. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Значение буквы «Д» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости. А вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильные оценки своих сил и возможностей. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Они излучают внутренний магнетизм, силу и уверенность в себе. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. У этих людей отличается целеустремленность и реализм, а также выраженные качества лидера. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.